Просто брось просто не в стирку, дорогой. Почему ты одет, как Эллен ДеДженерес? У меня собеседование. Спокойно, ты справишься. Почему ты хочешь учиться в Джорджтауне? Мои мама и папа там познакомились. С Джорджтауном пролет. Фокусируйся на том, что ты можешь получить Анджелу. Мисс Маркони перенесла контрольную. У нее завтра маммограмма. Ты сказала маммограмму? Из твоих уст это звучит сексуально. Маммограмма. Привет, Роб. Хорошо. Просто брось просто не в стирку. Что происходит? Я просыпаюсь в своей комнате, и тут заходит моя мама. Ты должна мне поверить. Не верю, но теперь переживаю за тебя. Это дежавю или психический припадок. Мне очень нужна твоя помощь. Я не могу так. Очень надеялся, что в этот раз вы не расплачетесь. Что? Я просыпаюсь, жизнь выбивает из меня дерьмо, я кончаю и проживаю заново тот же день. Секс — это дело серьезное. Я знаю. Я только сегодня 7 раз кончил. Твою мать! Теперь я буду сам стирать свои вещи. Я сегодня проснулся с чувством, что могу сделать все, что угодно. Я могу жить, не опасаясь последствий. Не в этот раз. Мне очень нравится Габриэль. Так пойдем добьемся ее. Гэт! Вы серьезно думаете, что я бы трахнулась с вами? Может быть. У него важный день, он просто снимал напряжение. Там было много напряжения.